Привет. А нас продолжают баловать. И в этот раз это наши друзья Люба и Саша Ляхно. Это я за Любу рассказывала, вы там уже, наверное, в ленте, да, уже, наверное, не знаю, не помню, сколько, короче. Шуманеж такие подарки. Подарки Шуманеж, да, был. И шеф. Они были у нас в гостях недавно, подарили вот игрушки. Вот. Сейчас на елку докидаем, отсюда мы дождика мало, так скудно. Люба. И красный. У меня лежит, когда ты приезжала, лосось. Ты сказала, не открывай, оставь себе на Новый год. Я оставила. Теперь не шумилы. Сейчас, а, ты же дальше ничего. Люба, ну, что это, кокос? Раз из кокоса, боже, я же люблю кокос. Лосось и мой краб. Кокосовое молоко пастеризованное. Прикольно, красиво. Шоколадки. Экстра черный, боже, все помню, все. Ого, глянь. Шоколадки. Красиво. Конфеты, боже, глянь, одни конфеты, ты у нас все, прощай, фигура. Блин, спасибо, это как красиво, как это. Давай, куда я сейчас? Чтобы мы снимать проводину. Давай сюда, покажи, все положи. Шуша, бонки. Ну я поделюсь тоже. Бонки, я ж по кокосу дурная. Сникерс. Это что-то Люба говорила, что вот здесь твоё. Сейчас дам. Это шапка какая модная. А ну, сейчас. Для Танюши. А ну давай ты свое, чтобы это... Это твоя шапка, Юр. Это моя? Одень, ну одень, смотри, какая новогодняя. А Юркис, ну одень, ну ты не новогодняя. Я новогодняя. Так, ну не она на мою голову. Она ведь не правая. Ну ладно, красиво почти. Молодой. Ты тут тебе шло, ну ладно. Зато только красиво, я такое не видела. Ладно, не бачила? Ага. Как раз видишь, Юрчик буде Дедом Морозом, я вот тут с мигалками, а ти будеш ведеть. Короче, вона мені мала. Да я тут. Ну Юрчик її надіє. Так, підожди, самі. Юрчик Дед Мороз, у нас Дед Мороз. Вот это, и это. Чуть-чуть штука. Это о, Саша переживал. А, це вот офігенна штука. Да? Они же мне объясняли, короче, писали, я ж не говорил. Это ж, это офигенно, знаешь, чем? Это десь, ну, типа, а, ты... а я как раз думаю, блин, треба мені в машину цей, попшикать замки, потому что важко ключом открывать. Это ж ты мне сегодня говорила, я да. Ж уже знаю, что такие идеи, мов, чушь такая. Ты... А у меня десь был маленький баллончик, а я гонял машину уже на СТО, и его не стало. Короче, Сань, спасибо, это классная штука, его надолго. Не хватит. Ой, от меня большое спасибо. Вообще четко. Глянь, какой. Юр, попробуй. Спасибо. Какой маленький, да? Прикольно. Это тоже мне надо. Нет, это классно что-то. Да. Вообще офигенно. А, спасибо. Слушай, я какой-то фильм в Малиновке. Как спопандопала, да, за это? Это тебе, это мне. Это мне, тоже тебе. Ше. А что, у меня что-то видно. Ну, ничего, деньги, потом под майку прям приходит. Все, не надо. Ого, тут что-то же замотано, что-то. Еще ножик. Тут же там ножники. Письмо. Это я вижу, уже будет читать. Тяжело. Это что, блин? Там что-то замотано. Замотано? Все запрятано. Конфеты вроде. Конфета? Люба, ну ты же... Это... Сустатина там сувала, короче. Спасибо. Я понял, это могут быть плеты. Конфета? Конфета. Прага. Давай. Посмотрим. Можно ее развязать, может там что-то не курит? Покажи что. Короче, подожди. Куча конфет, подожди. Нет, дивись, это у нас... Конфеты. Это клеп. Это клеп, какой такой мятный. Да. И цвет же мятный, мой любимый. Да, цвет преследования. Покой на чем, боже, это еще ничего не отнесет. Ого. Я слышу, что это тяжелый. Ой, хватит, чи не хватит, дивись, скільки снікерси. Ставим под ёлку. Всякий всякий. Я думаю, отдельно сложим. Не, плед хороший, так он такий. Да. Да, мятный такой. Мой любимый цвет. Так, что тут там? Ты конфеты не потерял там? А что это такое интересное? Да. Такая сумочка. Тут вот. Еще одна, да? Тяжелая. Да, красивые такие. Тяжелые. Зайчик, а у тебя что нарисовано? А что тут тяжелые такие? Что тут? Баночки тут.
А я думал про чипники. Люба, Боже, солнце, спасибо тебе большое. А я думал про чипники. Это Артурша. Это же все да, положили, это а это Артурчик отец. Так, это мой холодильник за этот. Ой, Боже. Подожди. Блин, ничего мне нет. А сумочки какие красивые. Да. Тише, Юра, вот это все сегодня трусится. Как раз наши дождики добавим на еду, да? Яблоко у нас мало. О, дыви, брокколи. Брокколи. Яблоко с бананом. Ставь пока тут, как и кресло. И это. Дальше. Вот еще. Дальше летячие. Тоже, тоже. Сейчас будем делать. А? Еще там что-то, боже, ковыжи. Это для тети, это, боже, это для мамы. Да. Там у матери было день рождения? 19 грудня. Это с прошедшим днем рождения для тети Лены. Это мы передамол. Так, и письмо Лене, такие, да? Вот и все. Конфеты, конфеты, чтобы они разбили. Нет, точно? Ну и все, да. Да. Может, вдруг шешет? Читай. Давай, читай. Или вас порадовать небольшими подарочками на память. Небольшими. Отправляя данную посылку, хотелось бы внести в вашу семью тепло, доброту и хорошее настроение. Желаем вам быть всегда дружными, помогать друг другу, любить, уважать. Больше всего проводить семьей, путешествовать. Больше времени проводить семьей, путешествовать. Благодарна судьбе, что наши пути пересеклись. Пусть не часто, но будем видеться. Вы очень позитивная, светлая семья. Праздником вас! Пусть в Новый год стучится чудо, в душе зажгутся огоньки. И целый год у вас не будет ни огорчения, ни тоски. Пусть елка с яркой звездой ваш дом удачи принесет. Любовь и крепкое здоровье, пусть год вам сказочно везет. Под бой курантов загадайте свои заветные мечты. И в дом свои поскорее пускайте год радости и доброты. Спасибо, спасибо. Я храню вот эти все письма. Любочка, спасибо. Саша, спасибо. Золодашку, спасибо. Юра такая за это. Нет, это классная вещь. Очень классные вообще подарки. Спасибо от детей. Все под елку положим, подпишем. Все как положено. Да. За это. Спасибо огромное. И вот мама, я думаю, маме вообще будет неожиданно, что за нее так вспомнили и подарили. Короче, спасибо большое. Все, спасибо, Люба, Саша. Вы нас реально балуете. И это же сидело, все запаковано. Боже, такие у меня хорошие. Все, так, давай, все, пока. Разбирать, да, спасибо.